Ничего не понимаю. Почему я вверх ногами? Надо исправить. Фух. Хорошо. Теперь пойду найду вишенку. А вы посмотрите серию. Да, и не забудьте поставить пальчики вверх. А я пошел. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Рита, получается, что мы сейчас будем что играть уже? В Angry Birds? Чучел стал птичкой! Смотри, рогатка. Чучел. Получается, надо взять чучело и запустить рогатки. Наверное. Очень похоже на Angry Birds. Ладно, проверим. Ребята, у нас уже четвертая! Четвертая! Четвертая серия приключений Чучела. Я надеюсь, сегодня у нас получится забрать эту вишенку и наконец-то позавтракать. Потому что как мы проснулись в первой серии, до сих пор ничего не завтракали. Кстати, если вы по утрам завтракаете, напишите в комментариях, а мы с Маргаритой начинаем. Хорошие денечки! С каналом Папа и Дочки! Всем привет! Вы на канале... Папа и Дочки! Рита, смотри, у нас есть рогатка, у нас есть пимпочка, у нас есть вишенка и какой-то барабанчик. Вот барабанчик. Похоже на чашечку. Чашечка, так. Ну давай, берем, идем просто сюда. Мы не можем пройти. Так, мы можем... Пимпочка и... Значит, можно сбить... А, отходим, 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 поднимаем и... Ой, смотри, как чучело тяжело. Ладно, отпускаем. А? Смешно. Так, нас пододвинули к вишенке, можно тебе спокойно взять. А, мы не можем пройти, это стена. Обойти не получается, ладно. Давай снова пимпочку берем. И теперь простенько. Давай еще раз пимпочку берем. И чуть-чуть посильнее. Давай, давай. Бери пимпочку. Это надо просто нажать на рогатку. Да, я нажимаю на рогатку. Чуть-чуть усиливаю. И огонь! О, нам подсказочка. Давай глянем. Чашечку надо закинуть. Понятно, без проблем. Бамс! Мимо. Эй! И что произошло? А, вторая половинка по потолку идет. Как чучел в начале игры тоже ходил по потолку. Ничего не понимаю. Почему я вверх ногами? Так, теперь надо... Ага. Давай, падай. Так, давай сбивать эту штучку, чтобы она... Сейчас. Так, так, так. Иди, иди в ту сторону, и мы сейчас будем тебя сбивать. Ага, так. И... смотри, уже лучше. Уже почти поломали. Еще половинка пролетела. Какой-то половинчатый тур. Половинка того, половинка сего. Это похоже на чашечки и кружечки. Чашечки, кружечки, да. И, ну, я не знаю. Ну, давай так стрельнем. Я не знаю, куда-нибудь стрельнем. Куда? Давай еще раз. А давай на ту птичку попробуем. Да я пытался. Она, видишь, сзади нас прячется. Сейчас она. Давай, птичка, лети вперед. Ага. Вот она в это место встала. И готовимся. Сейчас, 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 сейчас. Меня дислокацию и... Давай, давай! Я промазал. Так, 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 давай еще раз. Пимпочка, тебе еще не надоело летать? Ей, наверное, нравится, как птичка летать. Да, ей нравится. На! Бум! Есть! Дым! Ого! Ух ты! Она стала пирамидкой, колесики, глазки, пяус. Вишенка убежала, ребята. Эй, догоняй скорей. Все, следующий уровень. Ура! Ух ты, чучел кто-то смотрел. Поет. Как смешно. Надо по нему щелкнуть. Ботинка по чучелу. Кошмар какой. Ботинок взять нельзя. Еще раз. А, вазой. Шаром для боулинга. Уточкой. Уточкой. Картиной.
картина, и там никто. Это не вот этот человечек? Ребята, на картине. Нет, наверное, нет. Так, опять кидаем. И бам! Перчатка. Графинчик. Ура! Вишенка! Есть! Наконец-то! Мы поймали вишенку. Сейчас он съест. Все, сейчас, мне кажется, смотри, стрелка появилась. Если мы сейчас нажмем, то что-то произойдет, вишенку опять отберут. Давай не будем нажимать, все. Конец игры. Да. Пойдем. Нет, интересно, что же все-таки будет, да? Да. Ну ладно, нажмем тогда. Пимпочка прилетела. Эй! Отдай! Надо что-то делать, да, здесь? Опять по нему кидать. Пыть! Чучел прилетело, название. О, все еще кричит. О, какая сила. Яичница, Мега-роботы. Мега-роботы. Битва роботов, ребята. Скорее, чучел, залазь в управление. И давай, дынь. Это бокс. Дынь. Какие они смешные. Давай, лупать его. Бумс, давай. За вишенку. Эй. А если кто победит, тот да. И получает вишенку. Так, хватай. Так, ладно, а мы сейчас перехитрим с обратной стороны сейчас. Эй, нет, надо опять в робота. Давай, здесь получается стрелками надо драться. Смотри, как он внутри кабины там живет. Так смешно. Завешенка. Эй, я вывалился, я сам вывалился, слишком сильно газанул. Опять садимся, готовимся к бою. Полетели. На. Так, стой, назад. Есть. На. Есть, я выбил. Ура, победа, руки вверх такой. Ля-ля-ля. Роботы сами дерутся. Ого. Что будет? Боевые машины. На! Сломались. Развалились. Так, а ты за кого болела? За зеленого или за синего? И я за зеленого. Все, победа. Так, и победа. Достается. Чучел разозлился на пимпочку. Так, эй. Пимпочка вообще-то проиграла. И забрала вишенку. Это нет. Что? Нет. Одноглазый скелетон. Всем такой. Так, давай его скорее. Глаз. Хватаем вишенку. Так, он ничего не видит. Что-то сейчас произойдет. Так. Бамс. Так, надо шляпку снять. Эта шляпка нам не подходит. Что за дела? Какой-то скелетик пытается себя собрать. Эй, ну чучел, ну что ты лежишь, вставай. Ага. Мне кажется... Смотри, какую смешную конструкцию. Что? Что происходит? Я ничего не понимаю. Колобок чучел. Без рук, без ног, без шляпочки. Да, вот это конструкция. Это мега-супер конструкция. Пимпочка забрала вишенку. Скелет держит чучело. Лапкой. Да, мы этот уровень быстро прошли, ребята. Нам даже делать ничего не пришлось. Все само произошло. Так, а здесь вишенка, вот она лежит. Смотри. В клетке. Она же не птичка. Она как птичка, да. Давай, заберем. Просто взять. Давай. Так, все, давай. Эть. Так. Сейчас оторвет веточку. Не получается, нет. Вишенка не оторвет веточку. Так, давай посмотрим, что еще можно сделать. Давай вот это. Вот так вот. Да, это мы не нажимаем. Потрясти. Давай. Что, сил не хватает? Да она еле стоит. Ладно, значит, ребята, здесь есть душ, радио и зеркальце. Сейчас посмотрим, что душ? Можно сделать. Да. Что тут делает душ? Не знаю, давай с него и начнем. Давай нажмем. Это что, в рот? Давай нажмем. Давай душ. Пошли помоемся. Потом в рот попробуем. Да. И...
О, вот это поток. Ну-ка, встряхнись, чучел. О, пушистик, давай еще раз, а теперь вот так вот пить. О, сколько воды. Прикольно попили, но толку нету. Или есть? Есть. Эй, а, он туалет захотел. Ребята, он хочет туалет. Эй, я не знаю, а что тебе? О, вот. Я не знаю, пописить. Ой, так, ребята, отвернитесь этой. Отвернитесь. Сейчас я скажу, когда поворачиваться. Все, можете поворачиваться. Фух. Так, что делаем дальше? Давай посмотрим. Здесь что-то изменилось? Ничего не изменилось. Теперь о, радио. Лампочка. Лампочка. Так. И... Не облизывай, это кака. Фу. Не может нажать. О, включил, да-да-да. Да. О, теперь еще. Давай еще лампочку. Давай лампочку другую уже, темную. Что, выключили, что ли? Нет. А вот я это что такое? Стрелку. Пододвинуть? А, не получается. Не получается. А мы еще рамку не щелкали. Давай. Да. Вот давай эту шляпку. О, крутяк, смотри, какой он красавчик. Все затряслось. И переместились. Мы куда-то переместились. Это волшебная шляпка, она меняет мировосприятие, ребята. Если он в шляпке, то он видит... О, красная кнопка. Ребята, сразу видим красную кнопку и хотим ее нажать. Не будет. Это ловушка была. Ой, блин. Чучел, блин. И бумс. Так, ладно, давай поменяем шляпу на вот эту. О, снеговик. О, прикольно. Давай посмотрим на пингвин. Так, и бамс, пингвин, бамс. Ага, смотри. Давай попробуем снеговик. Злой снеговик, Маргарита, смотри. Прям видно, что он злой какой-то. Ладно, давай посмотрим вопросик. Что нам тут говорят? Надо пойти в душ, набрать воды. Ну, ладно. Возвращаемся. Идем. Ребята, возвращаемся в свой мир. Меняем шляпку. Идем в душ, набираем воды. Давай. Нам подсказка так подсказала. Так, дальше. Отлично. И щелкаем вопросик. И теперь надо кактус, музыка, грибочек. Ну, давай сначала грибочек польем. Итак, грибочек польем. Давай посмотрим, что сейчас произойдет. Отвернитесь, ребята. О, грибок вырос. Дальше. Где у нас следующая музыку включить для кактуса? Значит, давай включим музыку. Давай включим музыку. Значит, просто давай сильную попробуем. Какую? Сильную. Нотку сейчас, нотка сейчас появится. Эй. А нет, здесь просто сейчас включается и не включается. И пошли к кактусу, посмотрим, что с кактусом происходит. О, так, отлично. А что дальше? Смешной кактус. Это же колючая вишенка. Когда он сгибается, похож на носочек. Носок? Кактус носок. Так, что нам дальше говорит? Включить супер музыку, ладно? Супер, значит, музыку. Пошли посмотрим, включится, нет? Ариша, пимпочка появилась. Пимпочка шляпку... Ой, Рита, пимпочка появилась, шляпку забрала. Чучелом играют, вишенку украли. Все, мы прошли уровень, ну как-то неудачно. Давай, бежим. О, игра, ребята, кто играл в развлекательных центрах в такую игру, где молотком надо пау-пау-пау бить? Пишите в комментариях, а мы сейчас как раз в игру по... Мне грустно за чучело. На тебе. Эй, вот сюда, на тебе. Вот сюда, на тебе. Давай побыстрее. Ускоряемся, ускоряемся. Еще быстрее, еще быстрее. Две. Эй, лупи всех. Откуда столько пипочек? Зеленый, желтый, синий, шляпка. Ангелочки. Куча пипочек на фонтанчиках. Чучелы. Чучелы.
Это какой-то магические ямки. Никого нету. Глазик. На! Мне кажется, это мы зря сделали. Это улитка! Мы это делали зря. Мы разозлили это. Это чудовище. Оно ушло. А вот улиточка убежала. Опять. А, улитище! Бегаем. Убежали. О, мы с вишенкой. Откуда вишенка? Уставший. Инопланетяне. Нет, надо было забрать быстрее. Зря уронил вишенку. Надо было ее не отпускать. Чуть. Он твой. Ой, смотри, какое страшилище. Ага. И рот у него какой. И ржет. И ржет. Смешной. Не может выйти. Плачет. Сейчас его вытащит. Может, не стоит? Может, зря вытащил? Зря. Посмотрим сейчас. Он все, застолбил, сказал, это планета моя. Он захватил нашу планету, ребята. А что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Получится у нас отобрать нашу планету и найти вишенку или нет. Так что, ребята, не пропустите. А кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы узнать, что будет в следующий раз. Задание такое. Ребята, сегодня в игре было несколько эпизодов с чучелом. Напишите, какой эпизод вам больше всего понравился. Напишите свое имя, и первые попадут в следующую серию. Это у нас сегодня задание такое. А все остальные получат сердечко от канала. Участвуйте, ребята. Победители прошлого видео. Ребята, на картинке именно те, кто в прошлой серии первыми и правильно ответил на задание. Молодцы, ребята, вы заслужили то, что попали на эту картинку. А если вы хотите попасть на картинку, ну, те, кого здесь нету, то просто участвуйте в заданиях, которые видео. Будьте первыми, и тоже есть возможность сюда попасть. Ну, а если не успели, не переживайте. Мы поставим вам вот такой вот значок на ваш ответ. Маргарита, что же сегодня происходило с нашим чучелом? Мы стреляли из рогатки пимпочкой. Да, у нас сегодня был даже душ. Душ. Угу. А еще мы ходили в туалет. Ну, ага. Мы не будем об этом говорить. А вы были на канале... Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и дочка Рита. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, особенно если вам нравится зверек Чучел. Вот этот чучел, если он вам нравится, обязательно поставьте пальчик вверх. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока!